Всех приветствую на финальной серии симулятора нашей таверны. Почему финальная? Потому что я улучшил по максимуму свое здание. Я говорил, что в прошлой серии я вместе с вами это сделаю, но по большому счету ничего не изменилось. Бы даже если бы я и записал. То есть я открыл дополнительный второй этаж, нанял пару фичек и все. А все остальное время я сидел и выполнял эти задания. Нужно было... Тихонечко я здесь как бы пытаюсь запись сделать. Нужно было просто сидеть и ждать, пока месяц они продадут там 30 колбасы, 50 вина, ну и так далее по кругу. Так что я не стал этого делать. Блин, опять на пробел нажимаю, чтобы инвентарь открыть. Надо как-то разработчикам договориться и делать управление все на одну кнопку. Так, давай здесь поубираем. Угу. Давай здесь тоже поубираем. Что-то у нас тут сильно много грязи. Сейчас я пройду, покажу, что я сделал, какие улучшения, что у нас с вами есть. Возможно, в конце еще откроем наше заведение, немножечко поработаем. Так, давайте, наверное, сначала мы с вами улучшим по максимуму. Если не ошибаюсь, мы с вами остановились, были на... Вот это на 9, да? На 9 улучшении. Я говорил, что потом 10 и 11 типа с вами будем делать. На жире ничего, в принципе, вы не потеряли. Просто расширение таверны и появился второй этаж. Вот, все. Теперь нужно улучшить таверну за 3000 на максимальный уровень. Давайте это делать. Так, новое заведение. Хорошо, шикарно, есть. Сейчас мы выйдем, посмотрим, все, да, больше ж. Ну да, больше улучшать тут нету чего. Давайте сейчас выйдем. Осмотрите стойло. Хорошо, мы это стойло осмотрим. Я хочу посмотреть, расширилось ли куда-то наше с вами заведение, либо нет. Ага, вот сюда, да, расширилось. Хорошо, хорошо. Сейчас мы сюда придем. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Так, в элитке. Вот тут я просто подобавлял шкуру, головы, рыбки. Пару столиков сделал. Почему не полностью не стал забивать? Во-первых, у меня официантки не исправляются. Во-вторых, я не люблю, когда сильно много всего лишнего. Так же самое здесь декорацию сделал, добавил голову дракона. Прикольная штука. Что еще? Здесь у меня раньше был столик, я убрал, поставил шкаф. Ну, чтоб такая зона была. Чтоб такая специальная зона была, чтобы где можно было спокойно проходить и выбираться. Если бы я здесь бы сейчас бы столик поставил, бы я перегородил бы, тут был выход. А я этого не хочу. Деревья, деревья, и второй этаж у нас с вами появился. Давай посмотрим, что у нас здесь на втором этаже. Здесь тоже можно, в принципе, было поставить столики, но я не хочу этого делать из-за того, что у нас феи-помощники наши не убирают заведение. А представьте, если сюда кто-то зайдет, наблюет, и вот это вот следы он будет вести прямо отсюда и аж до выхода. Я здесь на первом этаже еле убираюсь, не поверите. А это еще делать на втором. Так что, в принципе, это все изменения, все улучшения здесь, что есть. Так, что у тебя водички нету? Ага. Склад расширился. Добавилась вот такая вот конюшня. Сюда лошадки приезжают. И у нас посетители, получается, оставляют их здесь. Сами идут в бар. Нямают. И мы должны следить, чтобы была вода там постоянно. Потому что если не будет воды, то вроде бы будет минус репутации идти у нас с вами. Так, давайте сейчас феи добавим водички. Откроем, наверное, наше заведение. Сейчас люди потихонечку... Ага, 3-4 посуды. Так, давай, зайчик, мой эту посуду. Да, давайте, наверное, мы... с вами еще воды наберем, потому что сильно много
Сильно много посуды. Ну, я думаю, в любом случае это будет финальная серия. Я уверен, что это нам ничего не даст. Хотя, если появится вот здесь, вот у нас огород, я смогу развиваться, дальше строиться. Будем продолжать. Если нет, то... Честно, не вижу дальше в этом смысла. Просто люди будут сюда заходить, кушать. А я буду то дрова колоть, то этот, как его, эль заказывать. Самому будет неинтересно. Не то, что там чисто для записи, для вас смотреть. Сейчас, секунду. Надо полностью вымыть всю посудку. Давай оставим. Ну да, феечка нормально справляется. Сейчас мы тебе корм дадим. Так сказать, выдадим зарплату. Ага, у тебя уже 8 уровень. Ты вообще умничка. Так, все. Ну, по идее, на 10 тарелок тебе хватит, но давай еще одно ведро принесем. Откроем наше заведение, пусть денежка капает. И пойдем посмотрим, что у нас там находится. Так, давай пробежимся. Так, что ты тут? 3 посудки. Давай, она закончит, и чтобы у нее было полное потом... Ведерко воды мы добавим. Все, умничка. Молодец. Я иду открывать заведение наше. Ну что, как вам? Мне вроде уютненько. Можно было и жажир еще раз заставить у столами на миллиард человек. Ну, нету смысла. Атмосфера сразу пропадает. Не хочется, чтобы это реально был... Была это такая... Барышка какая-то, чтобы было... Хорошее заведение. Ну и тоже, чем больше мы развиваемся, чем больше я здесь ставлю декорации, чем больше я ухожу за заведением, тем больше у меня здесь мусорят они. Я не могу понять, в чем прикол. Вроде бы должно быть наоборот, чем лучше заведение, тем меньше грязи ли должны приносить. Ну, как-то так. Так, что это у нас здесь? Угу. Подайте вино, наполните кормушку лошадей. Конюшня у вас появилась. Появились стойла для лошадей, знатых господ. Знать оставляет своих лошадей. У входа идет есть. Вы должны взять повод лошади и довести лошадь до ее места в конюшне. Лошади в слове хотят пить и кушать. Принесите воду из колодца и наполните поилки. Возьмите вилы, накалите их на сено и наполните конюшню. Ты серьезно? Ты серьезно? Так, наполните кормушку лошадей сеном. Лошадей уехать, подать вино 20. Так. И каким образом мне это сделать? А? Так, отлично. Вот таким вот. Так, 10 штучек, да, надо? Ой. Ладно, давай. В принципе, не тяжело. С водой тут вот проблема, конечно, туда-сюда бегать. Но с сеном вроде нормально. Хорошо, давайте попробуем в этой серии наполнить вот эти вот конюшни. 5 лошадок, чтобы они уехали. Продать вина на 20 штучек. И посмотреть, чем это все закончится. Ага. То есть я не могу, да, сразу 10 штучек? Ладно. Побежали, возьмем водички. Блин, и нужно будет заглянуть в этот, как его... в книгу по улучшению, может там что-то добавилось. Ну хотя навряд ли, я думаю. Максимум, что я смогу улучшить, это... Я уверен, вот это вот дальше... Стоило для конюшни, да? Так, идем смотреть. Что, нам нужна элита, да. Нам нужна элита. А элита на лошадях где приезжает? Так, где ваши кони? Божечки, вы сами как кони натоптали мне здесь. Блин, продам это заведение, уеду от вас.
буду строить что-то другое. Так. Миссис Сисуле, где ваши кони? Ну да, вы, наверное, не знаете, да, об этом. Хотя, возможно, они должны сюда будут приехать. Встать, как думаете, типа меня отсюда? О, во-во-во, едет, едет. А ну давай, братиш, ставь лошадку, да. Сейчас я возьму водички. Посмотрю, можно ли больше 5 сюда закинуть. Угу, закинул, проверяй, не все так просто. Божечки, неужели нельзя налить 800 литров воды, чтобы... чтобы можно было не бегать туда-сюда. Так, и как мне взять лошадку? Или ты лошадка не элиты? Ну, я же правильно там рассчитал, мне нужно взять будет их и отвезти туда. Хорошо, погоди. Так, улучшение. Ну да, это все, это максимум. Так, доставка, мебель, дорогая мебель. Что там есть? Столики, украшения, набор охотника. Ну да, больше ничего нету. А ресурсы? Нужны нам ресурсы? 16, давай закажем. Мясо закажем, десяточку. Тут вот так, вот так. Позаказываем пока по максимуму все, что можем. И для феечек тоже побольше. Блин, сколько много мы можем заказать с вами. Хорошо. Идем смотреть, наполните кормушку сеном. Ну и наполнил ее. Алло. Знать, где ваши лошади? Они здесь должны парковаться или каким образом я должен это все сделать? Кто бы мне подсказал, ББ? Кто бы мне это все подсказал? О, вот еще едет. Ну, по-любому ты знать, да? По-любому сразу видно, что ты знатно едешь. Иди сюда. А ну, а ну, а ну, а ну. Да. Да, ты шо, ребятля. Иди сюда, зайчик. Давай, 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 на. Нямай. Нямай, мой хороший. Вкусно? А ты шо, как вкусно, да? Скажи. Ты хороший. Сейчас я тебе еще водичкой принесу. Так, вина мы 4 продали, это хорошо. Угу. Месье Коколе оставил мне. Так, Коколе это, конечно, хорошо, но... ну ты же леди. А леди как у Лени оставляют. Так. На. Пей. Ешь, зайчик. Давайте будем наполнять с помощью этой лошадки. Может, возможно, мы благодаря ему и заполним это все. Как думаете? Корм. Опа, 7 из 10. Есть. Ага. Ну, ну нямай, ну давай. Нямай, мой хороший. Ты не фыркай, нямай. Мне заполнить нужно твою кормушку. Алло. Так, лошади въехали довольными. Ну нямай. Падла. Так, что у вас тут? Два вина, да, говорите? Хорошо. Наши помощницы, походу, не справляются.
Так, держите. Что у нас тут с водичкой? Угу, половинка. Хорошо, давайте наполнять. Блин, ну такими темпами у меня серия минут на 40 будет. Если не больше. Потому что только одна лошадка там у нас есть. А они очень долго нямают у нас. Так, что у нас тут по заведению? Нормально все? Справляетесь? Чистенько? Да-да-да, привет. Рад, как говорится, тебя видеть. Так, здесь тоже вино. Хорошо, ну... Единственная проблема, наверное, будет... Это с лошадкой, потому что, видите, они приезжают так быстро, как бы мне этого хотелось. И тоже, если логически мыслить, вот по идее, вот это вот, это тоже ж мое, правильно? А там, где есть пугало, значит, там есть и огород. Значит, по идее, мы должны будем отремонтировать это все. Или нет? Леечка даже есть. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, как оно будет. Так, что-то у нас с чистотой проблемки. Нужно будет сейчас вернуться в заведение. Давайте сначала делаем вот так. На. Кушай. Ну, кушай. Падла, я тебе сейчас это, знаешь, куда засуну? Не хочет он кушать. Вредный какой. Так, а бабосики текут рекой, да, я смотрю, у нас. Что у вас тут? Эль хотите? Вы тоже кушаете? Блин, разработчики, пожалуйста, сделайте две вещи в этой игре. Дайте мне возможность добавлять сюда уборщицу. А вторую вещь, это сделайте мне нормальную оптимизацию. Потому что вы видите, чем больше я расширяюсь, тем больше есть микроподлаги такие какие-то странные. Вначале было хорошо, а сейчас что-то я замечаю, что есть такое. То есть картинка вообще не плавно идет. Все? Вы поели? Вы довольны? Что там наша лошадка? Тоже, по идее, должна уехать довольной. Да, одна лошадка уехала довольной. Отлично. Все. А, ты все еще нямаешь. 5 из 5 у нас есть. Хорошо. Хорошо, хорошо. И даже у меня здесь чисто без записи, когда я играл. Тоже видно немножко подтормаживание. Блин, и время здесь никак не ускорить, понимаешь? Классно было бы нажать на плюсик. И чтобы время быстрее перематывало. Ну, либо как-то ускорить его. Тем более, если у нас здесь есть феи, то почему не можем с вами ускорять время, правильно? Правильно. Блин, надо свои игры делать, наверное. Так будет проще, чем ждать от разработчиков, чтобы они начали делать нормальную, во-первых, оптимизацию, а во-вторых, то, что хотят игроки. Слышь, кто колбасу украл, а? Признавайтесь. Ромашка, ты? Я за вами слежу, я тут камеры поставил. Попробуйте, у меня только в конце месяца, чтобы была недостача. Будете работать у меня заводом. Блин, а, у меня толчок забился. Не хочет лошадка ехать? Реально лошадка не хочет ехать. Просто прошлые эти квесты, вот такие вот, налить эль... Подождать лошадку, мне пришлось выполнять 4 часа. Но мы же не будем с вами тут на записи 4 часа сидеть, правильно?
Я думаю, вы 4 часа не выдержите. Так что у тебя тут 46, в принципе, нормально. Может, возможно, я сейчас просто поставлю на паузу и... Когда выполню все это задание, посмотрим, что у нас тут будет. Но я что-то уверен, что мы просто улучшим конюшню до 2 уровня и не больше. Потому что, ну, таверна у нас уже работает, все. И да, разработчики, сделайте так возможность, чтобы, к примеру, когда фея достигла 12 уровня, она сама носила себе воду. Так и самое, повара достигли 12 уровня, он пошел себе и дров начал колоть. Потому что, ну, это бред. Я хочу заниматься чем-то другим, а не вот это вот следить за этим всем. Ну что, как думаете? Ставить на паузу и позже потом записать? Ну, я просто не знаю, через сколько это будет по времени. Ночью, походу, нам никто приезжать не будет, да? А давай мы, наверное, А не, мы заведение не закроем, только 5 вечером. Хотел сказать, закрыть заведение и лечь поспать. Ну, увы. Увы, так не получится. Не, с одной стороны, понимаю, зачем они так делают. Почему мы так долго можем ждать. Из-за того, чтобы растянуть время... проведение людей в этой игре, но с другой стороны, это просто затягивание. Таким образом просто затягиваешь. Вот, здесь у меня все улучшено. Что мне здесь еще делать? Кто мне скажет? Ну, допустим, я построю конюшню себе, хорошо. Вот здесь весь хлам уберется, я уверен, что здесь просто весь хлам уберется. А дальше... Огородом заниматься? Ну, допустим, да. А зачем нам огород? Так, а как мне пройти вот сюда? Скажите, пожалуйста. Тут тоже какая-то деревня есть. Здравствуйте. Тебя не хотят видеть в деревне после того случая с забродившим Элем. Да это не мой Эль был. Это во-первых. А во-вторых, разработчики. Ну и вы думаете, я... В реальной жизни не могу перепрыгнуть. О, ну вот, вот, смотри. Просто невидимая стена. Что такое, алло? Алло, игра, пути меня. Просто пути меня, пожалуйста. О, еще одна лошадка. Погоди, 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 погоди. Привет. Как тебя зовут? Идем. Идем, понямаешь. Идем. Все, нямай, зайчик. Кушай, никого не слушай. Ага, а мне что-то заведение чересчур грязное. Неужели опять бомжи пришли? Ага. Ну да. Что-то, походу, тут буянили без меня. Нужно охрану нанимать. Нужно было вот этого вот дракона нанять тут вместо охраны. Я думаю, явно они бы за собой бы потом... Так, а давай ты дернешь отсюда. Дерни отсюда. Нет, ты сейчас меня опять натопчешь в моем заведении. Иди отсюда. Иди, я тебе говорю, отсюда. Божечки, как кончено. Ля-ля-ля, пошло, да? Да, 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 оно пошло. Поезд Лида, че это, поезд Еда, вон у Лизы. Мужчина, давайте вы дерните, пожалуйста, с моего заведения, больше сюда заходить не будете. Ну это бред, ну, ну вот смотри, ну что это такое? Давай, 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 родимый, во, пошел, пошел. Молодец, этот меч тут заблювал. Так, малыха, что ты? Ой, ля, как ее кружит. Ля, а давайте с ней походим, все. Теперь это моя зайка. Идем, зайчик, сходим к лошадкам, посмотрим, что у нее там происходит.
Возможно, она будет МСН, а потом добавить. Вот, и как твой день прошел? Все хорошо? Зависала, да, наверное? Да, молодец, умничка. Так, а ты куда поехал? Ага, он поехал из-за того, что у нас места, да, нету? Так, зайчик, давай ты тут подожди меня. Вот так. Вынести из таверны. О, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Может, мы с зайкой на сеновал сходим? Как вы думаете? Так, лошадка, отвернись тут. Дяде кое-что сделать надо. Надеюсь, нас никто видеть не будет. Ты моя хорошая. Так, что я хотел? Я хотел, во-первых, понять, почему у нас так грязно. А чего такая грязь идет? Неужели вода? Да нет, вот вроде вода есть. Так, а ты кто? А я могу тебя взять с собой? Нет, не могу, ты просто забаговал. Ты просто забаговал, понял. Так, отдайте мне, пожалуйста, уборщика. Так, да, я вас слушаю. Хорошо, возьмите 15 монеток. Понятно, кого-то вырвало. Божечки, даже и не хочется после этого открывать заведение, вот после вот таких вот. Что тебе, мясо, да? А у нас есть мясо? Нет, мяса у нас нету, потому что нету дров. Нужно дров наколоть. Давайте на дрова и плюс суп вроде там нужно будет еще. Дрова, так что нужно будет. Нужно две штуки сделать. Все. Это тоже уезжает. Осталось три лошадки. Хорошо. Дай сюда. Так, понеслась. Да, водички и дрова. И нужно будет еще овоща заказать. Так, на дрова. Сейчас водички принесу. Так, оно... Подвинься, пожалуйста. Да, еще три лошадки. И мы с вами выполним это задание. Так, вот вода тебе. Мне нужна доставка овощей. Еще 20 штучек. Тут еще 10. Угу. Эль вообще весь ушел, да, я смотрю. Давай по 20-очке. Сыра нету. Все, хорошо. Отлично. Стол поломанный. Идемте сходим. Добавим сена. Добавим водички. Так, 4 из 5, хорошо. Иди сюда. На, получите, распишитесь. Так, идем. Идем. Вот ты мне как раз и нужен. Ты чего? Ну я тебя нямать веду. Ты что начинаешь? Нормально же общались. Мне еще лошади воду не варили, понимаешь? Дай сюда. Угу. Кокуле, это хорошо. Ля-ля, повозка лошадь увозит. Понял? Не, нормально вроде, да? Блин, может в этой серии успеем... ...с вами сделать как раз это его... Три довольные лошади. Посмотрим. Так, задолбали меня вот эти вот следы.
Реально, вроде элита, вроде должны ж нормально себя вести, но нет. Кругом одно быдло. Ой. Сейчас бы сюда диванчик бы поставить бы, да? И посидеть бы возле каминчика с чашечкой вашего любимого напитка. Это было бы неплохо. Угу. Но ты не элита, это плохо. Из-за того, что... На, ты в эту сторону приехал. На. Просто одна рутина остается. Вначале еще было интересно. Не знаю, может, я такой. Просто когда в начале игры мы еще чисто только развивали наше с вами заведение, было интересно. А сейчас бегаешь туда-сюда. Шелось по кукурузе. На, зайчик. Да-да-да-да. Ты нямать хочешь. На, нямай. Так, не тупачи. Не тупачи, все хорошо. А то и прошлые лошадки не... Нет, самое, то тебе это сделаю. Вместе с твоим хозяином. Так, 8 супа, хорошо. Заведение, в принципе, больше вроде никого и нет. Может, закрываемся и басечки ложимся? Ну да, ты последний, да, остался? Ну, тебе, наверное, так и сделаем. Ночью навряд ли к нам кто-то приедет. Сейчас он донямает, заберет лошадку. Давайте, мужчина, быстрей. Нет ничего смешного, давай, быстрее нямай. Давай, жуй, глотай. Во, молодец, давай. И мясом закусывай. Давай, закусывай мясо. Сыр, вино, макай, а мясом закусывай. Божечки, учить еще надо, как правильно кушать. Берешь сыр, вино, макаешь, мясом закусываешь. Об себя руки вытер и все. Ну что, могу лечь в спадке? Да я закрыл таверну, это мне нужно ждать, пока мясо не полностью поедят. Ну что ты тут? Давай, быстрее. Давай. Молодец, ура. Все, понял. Ой, неплохо, хорошо. Теперь нужно дождаться будет, пока мясо эти уйдут. Ну, эти вроде быстро должны. Мужчина, можете жевать вашу колбасу и суп? Во, и колбаску давай. Рад вас видеть в нашей таверне. Да, спасибо, что вы рыгнули мне прямо в лицо. Да, зря я дракона завалил. Ну ладно. Сейчас бы скормил бы нашему дракоше. Этого некультурного молодого человека. Так. По-моему, за один рабочий день к нам приехали две лошадки были, да? Если не ошибаюсь. Вроде бы как бы. Может, попробуем и за этот рабочий день еще две штуки принять. У нас в гостях. Так. Иди сюда. Ну давай. Ну 6 утра. Ну мне часик поспать и через час на работу. Давай. Быстрее. А, поспал, проверяй, уже 6 утра. Падла, я тебя запомнил. Не дал выспаться, из-за тебя придется сейчас открывать. Быть сонным, а кофе вроде в этом заведении у меня нету. Ладно, пока мы здесь вроде у нас все есть. Идем на уличку и будем ждать лошадок. Будем ждать лошадок с вами. Ну, по-другому тут никак, что я могу сделать. Реально, останавливаться... Останавливать запись и ждать.
Мне толчок забили. Ладно, ладно. Я за него не выспался, понимаешь? Еще придется сейчас его как улей убирать. Придется убирать его как улем. Так, две лошади довольные уехали. Ну, можно сказать, что три. Где моя малых, которая на сеновале была? Можно сказать, что три лошади довольные уехали. Ну, не знаю, как она, но я точно был доволен. Так что... Ага, ну мне элита здесь не нужна. Мне нужны типы на лошади. Давайте быстрее как-то. Что у нас? 5-5. Ну. Мужчина на лошади, приедьте к нам, пожалуйста. Так, а тут второй этаж не добавили случайно? Вроде не. Вон там что-то есть. Так, а здесь у нас что? У меня такое чувство, что разработчики не все еще доделали. Возможно, здесь должен быть еще проход. И вот сюда вывести на террасу, правильно? Может, игра будет дальше развиваться, и они будут дальше ее развивать, как думаете? Потому что вот это вот все улучшения, ну да. Возможно, дальше мы сможем еще больше с вами расширить, но это уже, как говорится, без меня. Я вот эту вот серию, наверное, финальная точно будет. И пойду позаписываю лучше какие-то другие уже проекты. Потому что дальше будет одно чисто разнообразие. То есть без... То есть разнообразия здесь вообще не будет. Ну, то есть одна рутина будет. Мы будем туда-сюда ходить. Кормить лошадок, да? Согласен. Ну, кушай, кушай. Я просто со зрителями общаюсь. Все хорошо, не обращай внимания. Так вот, я же говорю, будем кормить лошадок с вами. Дрова. Рубить и воду носить. Кстати, по поводу воды. Нужно будет на кухню отнести. По поводу дров тоже надо будет посмотреть. Так, дай сюда. Вот и моя феечка. 4 супа. Надо будет сделать вот так с вами. Выставить сюда суп. А по поводу мяса. Но мясо еще есть вроде бы. Нужно будет добавить воды. Добавить дров, пусть варит еще суп. Так, отлично, отлично. Так, иди сюда. Блин, с такими посетителями реально хочется просто взять и закрыть наше заведение. Потому что я реально задолбался чистить после них. Знаете же, по ним могли сделать бы, чтобы было по-правильному. В конце рабочего дня, к примеру, мы там работаем с 6 до 12, да? И вот после 12 у нас с вами есть время, чтобы, к примеру, поубираться. Сразу видно, где грязно, что нужно убрать, какую посуду помыть и так далее. Я думаю, было прикольнее бы, чем вот это в течение дня этим всем заниматься. Да и логичнее было бы. В любом случае в заведении после закрытия ж убираются, убираются. Что тебе, можешь мясо еще заказать? Ну да, денег много. Главное, чтобы склад у нас выдержал все эти поступления. Давай двадцаточку. Нет, не надо. Есть, есть. Ага, сыр, да, хорошо у нас, я смотрю, пошел. Продажу.
Так. Давай вот так сделаем. Плюс на зарплату феечкам. О. Кстати, по поводу зарплаты феечки. Что нам тут нужно? Да, нужно добавить корм. Потому что они перестанут работать. Так, отлично. Опять где-то грязно. Опять кого-то вырвало, да, я так понимаю? А, вот наследили. Хорошо. Что, ты уезжаешь? А, это этот. Этот поставщик еды. Так, дай сюда. Молодец, умничка. Дай проехать. Есть, шикарно. Откуда у нас грязь? То есть на шкале показывается, что что-то грязное. Может, из-за столов, думаете? Так, давай сделаем вот так вот. Делаем вот так вот. Выставляем. Дрова есть, есть. Давай еще водички добавим. И пусть еще делает. Как раз, чтобы заодно у нас было 20 порций с вами. А чтобы мы не парились и не бегали постоянно. Так, на тебе. Водичка тебе тоже нужна. Сейчас принесу. Ну, только надо будет сначала до лошади сходить, наверное. До нашей коняшки принести ей водички. Так. На, держи, зайчик. А, ты уехала уже, да? Ля, даже не попрощалась. Вот так вот потом и корми их. Так, хорошо, я могу сделать вот так через эту штуку. Ага, хотел обмануть игру, но не. Не получится. Блин, по факту еще две лошадки. Осталось, да? Так, что это такое? Что она мне показывает? Там кто-то пришел к нам? Ага, вот мадама, да? Я ценю чистоту, качество еды и скорость. Я в ужасе от этой тошниловки. Мысли. Ля, ты крыса, ля, тошнила. Куда для тебя это? Слышь, а может мы ее мэкнем? Тошниловка. Да лучшего заведения в принципе в мире не может существовать. У меня с полов есть можно, понимаешь? У меня здесь можно операции на открытом сердце делать на полах, потому что здесь настолько все стерильно. Я даже сыр вам на полу нарезаю, потому что это самое стерильное место в моем заведении. Это вы все быдло. Кто буйный, ты буйный, понял? Дверь мне сделал. Так, что я хотел? Я хотел водички добавить в мойку. Прикинь, говорит, что я буйный. Я в шоке. На, держи, зайчик. Держи водички. Я бы с радостью, наверное, побольше столиков убрал бы с нашего заведения, чтобы туда не ходили вот такие вот. Но тогда не получится нормально зарабатывать. Это будет дольше, чем бы мне этого хотелось. Угу. Так, ребят, давайте, наверное, на этом будем с вами реально подводить итоги и, в принципе, заканчивать. Я не думаю, что здесь появится что-то новое. Это нам нужно будет ждать с вами чисто обновления. Но так как я каждый раз после того, как прохожу игру, я ее полностью удаляю, очищаю себе место на компьютере. Так что продолжения явно у нас не будет. Кто захочет поиграть, можете поиграть. Понравилась ли мне игрушка? Да, игрушка прикольная, классная. Но мало, во-первых, декораций. Во-вторых, меня
туда не пускает. Ну, возможно, не пускает из-за того, что ты там не прошел какой-то квест. А в-третьих, возможно, из-за того, что разработчики только начали делать эту игру. И дальше локации еще они просто не проработали. Так, а что это за... Кто это летит? Так что еще раз, всем спасибо за просмотр. Я, как я говорил, удаляю эту игрульку. Все, это будет реально финальная серия. Потому что дальше, я уверен, с оптимизацией будет еще хуже. Но вы сами видите, что картинка не плавная. Это было как симулятором заправки. Тоже дошел до определенного уровня. И начались вот такие лаги. Но тут ничего не поделаешь, это, как говорится, селяви, такова жизнь. Так что все, всем еще раз спасибо, всем пока-пока. И до потом, ребят.